Добрый день, уважаемые зрители! В этом коротком, но емком видеоролике я хотел бы сделать обзор нестандартной кухонной печи. Она имеет духовку, печь довольно высокая, и что самое интересное, плита располагается поперек печи, а не вдоль. Хочу отметить, что изначально печь такой не было. Ее два раза перелаживали, поскольку необходимо было устранить недостатки. Печь была длиннее, вот, приблизительно длиной до зеленой стенки мойки. Плита располагалась вдоль. Духовка плохо прогревалась. Выпечка получалась плохая. Также печь была ниже. Сейчас высота где-то сантиметра 80. Ну а длина, соответственно, где-то около метра. Как видите, поддувало находится на стандартном уровне. Два кирпича снизу. Ну и поскольку печь была ниже, то, соответственно, оно было небольшое. То есть расстояние от низа поддувала до колосников было невысокое. Быстро заполнялось золой, часто приходилось чистить. Также одним из таких недостатков было то, что духовка быстро забивалась. То есть от верхнего края духовки, который здесь где-то расположен, и до кирпичей, которые где-то здесь. Вот это пространство, все было забито сажей. Почистить возможности не было, поскольку сейчас вот это расстояние, которое небольшое, тогда оно было больше. Ну, на данный момент я могу, например, залезть ёршиком, прочистить. Также у меня духовка заканчивается где-то здесь. А раньше она была изначально аж сюда, под конец. Поэтому сзади не горело. Поэтому было принято решение поднять высоту колосниковой решетки на где-то 30 сантиметров. И где-то такая же высота самой топки. Ну и как бы результат он оказался довольно хорошим. Во-первых, духовка очень хорошо греет. В ней можно спокойно делать выпечку. Только теперь надо следить, чтобы не сгорело. Во-вторых, как видите, на печке стоит кастрюля. И не зря, потому что это не просто для видимости. Можно греть воду, можно готовить еду, делать зажарку и тому подобное. Ну и сама плита довольно-таки хорошо обогревает дом. И на тягу это особо не повлияло. Вот я сейчас прикрою поддувало и открою вам духовку. Просто дрова немножко подгорели. И я специально не подлаживал, чтобы надумнейше. Но вы видите, что спокойно горит. Даже когда не сильно большой ветер или немножко в сторону. Поэтому я думаю, что это видео вам окажется полезным. Особенно оно будет полезным тем людям, которым приходится делать перестройку на кухне, как мне. Потому что у меня здесь была ниша, как видите. Я как раз использовал пространство ниши, чтобы вот так расположить плиту поперек. Подписывайтесь на мой канал. Также, пожалуйста, оцените видеоролик, нажав на соответствующий палец. Это мне поможет улучшаться как автору видео. На моем канале также есть ролики, посвященные музыкальной теме, обзоров товаров, купленных на AliExpress. Поэтому, я думаю, вы найдете для себя много интересного. Большое спасибо, что просмотрели это видео. До новых встреч на YouTube.